Работы по укреплению опор железнодорожного моста через реку Абакан плановые. Еще 7 лет назад отделение временной эксплуатации 6 опор из 7 одело в так называемую бетонную рубашку. После такой масштабной реконструкции руководители предприятия приняли решение создать специальную службу, которая будет контролировать ежедневно и опоры, и пролеты моста. Кроме того, специалисты ОВ делали замеры глубины реки в створе моста и отслеживали состояние русла. Когда в прошлом году заметили смещение его в сторону 9-й опоры, решили и ее одеть в рубашку. На все ушло 3 месяца. Суть укрепления заключалась в том, что были пробурены 11 буронабивных свай, сделан ростверк, соответственно, на этот ростверк поставлена рубашка, опоры, соответственно, к ближайшему предстоящему половодью там, мост готов полностью. Надежный мост – гарантия безопасности перевозок грузов. Тем более сейчас, когда компания ОВ их наращивает. С конца прошлого года ведется работа по отсыпке земляного полотна станции «Углесборочная». Все это для того, чтобы к 3 имеющимся путям построить еще 7 дополнительных. А это значит, что станция будет перерабатывать 15 миллионов тонн угля ежегодно, обслуживая потребности Аршановского, Майрыхского и Бейского месторождения. Одновременно в апреле специалисты ОВ стали готовить земляное полотно для станции «Камышта-2». Это еще один пункт, который позволит бесперебойно и в больших объемах возить грузы со всей Хакасии. Первый квартал компания успешно выполнила. План перевозок перевыполнен на 6%, это 164 тысячи тонн. В принципе, перевозки идут с опережением. Мы планируем, что по итогу 2019 года нам тоже удастся выйти на более высокие показатели, чем заложено в наш бизнес-план. Вместе с показателями по перевозке перевыполнен план по выручке и полученной прибыли. В бюджет республики перечислен 41 миллион рублей налогов.